Чё? Ну чё, здорово, чуваки, да? Я вот сижу, отдыхаю, покушал. У меня обеденное время. Ну вот сижу и отдыхаю. Сегодня пятница, классно. Сегодня пятница, развратница, как говорится. Да. Кто там идет? А, хрен какой-то идет. Вот он прошел. А. Идет по телефону, базарит. Сегодня, короче, пятница, зашибись. Где-то часа через полтора я, наверное, уже домой поеду. Или сколько там сейчас время? Ну, часа через два, наверное, нафиг поеду уже. Потому что все, хватит. А сейчас сижу чисто вот здесь вот, отдыхаю. На стульчике здесь прикорнул, вот и сижу. Делать нефига. Читал комментарии всякие. Читал, короче, комментарии на Ютубе, как мне там люди пишут, что-то там ты скучный, ни о чем. Ну, я, естественно, я даже отвечать на это не буду. Пошли они в жопу, короче. Скучный, если скучный, так пусть не смотрит. Какого хрена? Масло поменял. Вчера еще, конечно, поменял. Часом обычно занимает это. Но то, что с меня сняли за это только 23 доллара, поэтому я, как бы, ладно, подождал уже час и все. Если бы я купил это масло сам, и сам бы его дома бы менял. Во-первых, мне это бы заняло время какое-то, чтобы это делать. А во-вторых, я бы это масло я бы купил за 35, где-то 36 долларов. Там мне 5 бутылок надо. То есть мне стало бы дороже поменять это масло самому и еще самому, ну, мои белые ручки пачкать, бля. Так что, короче, пошел, поменял, все нормально, что. Вот. Посидел часок, поменял, и все. Какой пробег? 90,5 тысяч миль. У меня калькулятора здесь сейчас не могу поставить. Если надо в километрах, то это, короче, умножить на 1,6. Ну, 1140, наверное, сколько там. Да нормальный пробег. Еще можно побегать хорошо. Будет еще бегать и бегать. Так что хорошо. Ну, это по регламенту. Ну да. Ну, в Хонде вообще прикольно же сделано, что тебе выдает. Там не по милям считается, а не по расстоянию, а вообще по всему, по качеству использования машины. И оно выдает уже, когда пора все делать. И коды выдают, что нужно делать. То есть очень мало нужно запоминать. В основном все в этих кодах есть. Поэтому прикольно, удобно. Не нужно следить за этим. Мне выдало код B13. А B это поменять масло. Один это нужно поменять колеса местами, что я сделаю завтра с утра. Потому что у них я это не делаю. Что, Honda, что, не успел прочитать. Honda до 500 тысяч километров бегает, видимо так. Ну, до стольки я навряд ли буду на ней ездить. Но еще столько же, я думаю, проеду. Может, чуть больше. Если будет хорошо себя вести, так мне она нравится, я не хочу ее менять. Прикольная машина, блин, удобная. Все в ней удобно, все хорошо. И в кресле я сижу, просто вот в нем офигенно сижу. Вот мне устраивает и все. Кто бы там что ни говорил, там Honda, не Honda, Mercedes, это все, короче, фигня. Главное, что меня устраивает. У меня загорелась лампочка B13. B это значит поменять масло, 1 это поменять колеса местами, ротацию сделать, А3 это поменять жидкость в коробке передач автоматической. Что я тоже сделаю завтра. Уже жидкость я купил. Все, только поменять ее надо. Ну, у этих клоунов я менять не буду, потому что они у меня что-то долларов стоили 120 или 80 попросят. Не знаю, не помню даже сколько, но точно больше, чем это реально стоит. Поэтому дилер отдыхает. У дилера только масло надо менять. А остальное я, короче, сделаю. Вот. А сама жидкость мне стоила, по-моему, долларов 20. Я заплатил за 3 бутылки жидкости. А туда ровно 3 бутылки вот заходят. Вот как раз в коробку передач полностью. А, не помню там какого объема. Ну и все это, короче. Это я у них точно не буду этим заниматься, потому что они идут лесом. Ну, в общем, вот такие дела. Ладно, пойду, может, на улице погуляю. Правда, там что-то холодноватенько. Ай, неохота там сидеть, там, где я работаю. Я вышел вот отдохнуть. В куртке, правда, сижу. Но здесь вот мне вроде и не жарко, хотя, конечно, это не улица. На улице сейчас немного градусов, если в Цельсиях, по-моему, +1 и +2 всего лишь. Так что как-то хреновато. Ну и, короче говоря, пойду я погуляю,
беру телефон и просто отдохну. В том числе и от вас. Все.